Новинка сезона – пряжа Antares, производство Италии, торговая марка Yarn. Она имеет облегченный состав. Эту пряжу можно рассматривать как демисезонную, так и как пряжу для зимы. В состав входит 30% настоящего махера, 38% акрила и 32% полиамида. С 25 граммов 225 метров. Пряжа совершенно не колется. Она подходит для ручного и машинного вязания. Нравится эта пряжа особенно тем, кто любит складывать несколько нитей и создавать новые фактуры. Мы предложим вашему вниманию различные варианты сложения махера Antares с другими видами пряжи. Для весенне-летнего сезона на слегка прохладную погоду идеальное сочетание пряжи Antares с любой вискозой. В нашем образце мы использовали вискозу Divina производства Италии. Antares стабилизирует вискозное полотно. Вы получите совершенно очаровательное изделие. Например, нарядный жакет для теплых весенних деньков или прохладного летнего вечера. На такой нарядный свитер мы использовали полированную микрофибру Tulip от Yarn Art в две нити, акрил Этами в одну нить и Antares в две нити. Расход на такое изделие пряжи Tulip 300 грамм, Этамин 120 грамм и 150 грамм пряжи Antares. Вязали на спицах номер 7. Красивый вид и новое звучание махеру придаст пряжа пайетке. При ручном вязании Antares образует пушистый махеровый столбик. При машинном, конечно же, махер будет вплетаться в полотно. Для осенне-зимнего сезона Antares прекрасно подойдет для сложения с мериносовой нитью и рем, или как мононит для создания умеренно пушистого изделия. Нить прекрасно ведет себя в стирке, не дает усадки. Огромная цветовая гамма и демократичная цена порадуют вкус любого покупателя.